Здорово, ну что же, хватит спать, а то я, блин, вчера напился, а сегодня я вот еле-еле просыпаюсь. Так, идемте, ребят, что ж. Чё стоять, чё ждать-то? Тебе интересно, сколько здесь глав? Если капеллан вызывает тебя по поводу моего неповиновения, я готов полностью признать вину. Об этом я не докладывал. Еще не решил, нужно ли официальное взыскание. Форел всегда ставил жизни братьев превыше своей. Однажды он закрыл меня от выстрела в Тау. Рельсовая винтовка чуть не вырвала ему руку. Вместе с куском моего шлема. Еще бы чуть в сторону, и я труп. А так мы потеряли разве что его наплечник. Храни его, император. Память о его доблести переживет нас всех. Прости меня, брат. Ну, типа такое себе. Мы даже его толком не знали. Это наша же комната. Архивраг притаился в тенях города Улья. Герика застал врасплох рубрикант. Наш брат сразил врага, но потерял левую руку. Меня переполняет гнев от одной лишь мысли об этой мерзости. Мерзости. Еретики бросили против нас ожившие доспехи. Громить пустой керамид, который даже не осознает своей гибели. Дайте мне еретика из плоти и крови, чтобы мы могли свести старые счеты. А, ну типа пустые доспехи, типа в них то призраки, кто в них, как они? Тит, капитан поручил тебе очень важную миссию. Если ты достигнешь узла связи, твое сообщение лорду Калгару может изменить ход этой войны. Тщательно подбирай слова. Есть сомнения в моих помыслах? Я буду судить по твоим поступкам. Думаю, уже судил. Напоминать тебе о последствиях, с которыми ты столкнулся прежде. Если ты не готов что это сок яблочным. Эта служба не для тебя. Так я отхожу. Так. Ну и все. Да, блядь. Похоже, на этом корабле не только меня беспокоят твои намерения. Следить за чистотой ордена работа капеллана не твоя. Все видели твое самовольное поведение. Теперь выходит, что это не впервые. Я лишь исполняю свой долг. Спасаю систему от гибели. Так же было и тогда. Тебе вообще не нравится. Новая экипировка. Ну я посмотрю. Ебать, шумный. Вот и он, лейтенант. Мы из Галео как раз изучали вашу недавнюю диагностику. Галео, это вмешательство не оправдано. Верно. Но есть запросы, на которые я обязан отвечать. Я лишь ищу ответы. То, что вы выжили, удивительная загадка, которую нужно разгадать. Неуемное любопытство ведет к разрушению. В этом вы не правы. Разрушение уже вокруг нас. Но скоро я отправлюсь в лабораторию Авроры на Демериуме. И там я спасу человечество от него навсегда. Вот увидите. Да,
О, нет, только не это говно. Даже честно не знаю, что мне брать. Ну вот это фу. Че, давай вот это возьмем. Че-то какие-то показатели. 2+, типа, блять. Но здесь-то больше. Похуй вообще. Вот этот меч вообще говно. Кинжал то побаще будет. Это вообще очень медленно. Да с мечом буду бегать. Мне ж не вижу. Ничего нового не открылось. Побежали. Мочить. Уёбов. Не, ну, сюда бы еще просто орков добавили, было бы вообще замечательно. Лейтенант, отряд готов. Ждем приказа, лейтенант. Узел астропатической связи на Авараксе под атакой врага. Если он падет, мы лишимся надежды на подкрепление. Проведем трехфазную операцию. Ликвидируем командование врага, восстановим Вокс и отобьем узел связи. Мы не подведем. Ни одна из команд не имеет права оступиться. Готовьтесь к вылету. Детали миссии я расскажу по пути на поверхность. Ура! И долгая загрузка, да? Аба, шерсть летает. Это Вуконг. Приближаемся к зоне высадки. Готовьтесь. Давай, давай, давай. Лейтенант, это мы должны сражаться с тираном. Таласа справится с ним. Их всего трое. Мы должны быть с ними, а не играть в посыльных. Это сообщение нужно доставить. И что это за сообщение? Говори прямо, брат. Я заглянул в архивы. Ты был капитаном второй роты. А потом ты пропал. Больше 100 лет назад. Я служил в карауле смерти. Остались бы записи. Не о черном щите. О черном щите? Ты стер символы ордена. Я бы за них жизнь отдал. Тогда почему? Меня обвинили. Это было наказание. В чем тебя обвинили? В ереси. Скоро садимся. Вперед! Все, че. Сейчас вообще, да, перестанут мне доверять, козлы. Когда я вижу, как сражается Астартес, чувствую, он не покинул нас. Так. Ищем записи.
чё у меня за ячейки такие? Дельта, проверка связи. Наши молитвы услышаны. Это Веридиан. Пока еще летим. Таласа на месте. Скоро тиран падет. Мне все-таки интересно, что стало с предыдущим его отрядом. Их покажут здесь? По конец связи. До узла астропатической связи больше 6 километров. Ожидайте крупные силы тиранитов. А солдаты архиврага? Еще единичные сообщения. Но не здесь. Самые грозные, свирепые и безжалостные мужчины и женщины, что когда-либо странствовали меж звезд. Ура! Кади, наш дом разрушен и разгромлен. Но разве мы опустили руки? Нет, сэр. Нет, ибо мы возмездие, что падет на головы любого чужака, угрожающего священной земле Империума. Ура! И мы отдадим жизнь за нашего святого императора. Да, сэр. Вы готовы отдать жизнь во имя всего доброго? Вы готовы, дети? Да, капитан. О, кто живет на океане? Пусть все враги видят, от чьей руки они примут смерть. Ура! Ебать. Так, это... Вы запятнали честь Кадианской гвардии. Вы опозорили себя, покинув своих братьев. Вашим наказанием будет бесславная смерть. Отряд! Готовься! Целься! Эти существа так смердят, что аж наизнанку выворачивает. Так, ну это, по-моему, так дезертиры. Ведите нас, святые воины! А следующий? Благословенный император, велика моя вина. Молю, прости мою трусость. Что-то они все одинаково перебинтованы. Тут воняет похлеще канализации в переулке. Зажми нос. Дамокл, входим в зону вокс-помех. Своим смрадом. Вас понял. Отключаюсь. О, зубы императора. Следи за языком, гвардеец. Простите, милорд. Да, масштабы впечатляют. Если мы снова столкнемся с хаоситами... Не нужно обо мне беспокоиться, лейтенант. Еще раз такое повторится, будешь отвечать перед магистром караула. Я понимаю. Почему ты не сказал о своем взыскании раньше? Это вас не касалось. А что изменилось? Твои подозрения и интриги меня вынудили. Да, хватит, блять, интригант ебаный. Заебал. О нет, только не это говно. Я уже все сделал, мундирование. Открыть ворота. Их заклинило, милорд, еще во время прошлой атаки. Отойдите. Закройте за нами ворота накрепко. Есть, милорд. Закрыть ворота! Узел связи впереди, за той аркой. Споры! Ёп, ёп, нихуя! Ёбаный ты в рот. Пошёл нахуй. Нахуй.
Не, ты шмаляй. Шмаляй. Быстрее шмаляй. Добиваем его. О. Пошел нахуй. Вот так тебе. Ах ты там гнида. Ты... Блядь. Пизда тебе. Так. Я нашел альтернативный маршрут. Продолжай. Передаю на ваши успехи. Надо расчистить завал. Мне до аптечек. Есть здесь где аптечки? Что это? Патроны. Ой. Блять, к окулисту надо идти, новые очки выписывать. Уже, блять, в этих все размыто. Не сосредоточенности. И нахуй. Путь свободен. Блин, ну вообще отлично, где-то что происходит, что-то... дави вон нахуй, да! Шли нахуй, нахуй! Так, а чё эти? Где вы? Вы выжили? Мне кажется, они погибли. Осколочная граната в теле. А чё, этих заводить нельзя? Они ничему не учатся. Не, она. Похоже, мы нашли выход. Вообще у нас, похоже, есть танк. Узел связи. Нашим братьям там внизу приходится нелегко. Ебануться. Это мы устроили адскому ксенусу подобающие похороны. Ебать. Командир, в чем дело? Без связи с разумом пулья рой тут же рассеялся. Ебануться. Вообще просто в ахуе. Доклады подтверждают предположение лейтенанта. Бой противника все еще действует согласованно. А значит, зверь уцелел. Мы клянемся. Чудовищное отродье не переживет этот день. Так, аптечек, не аптечек. Да добивай ты его нахуй. Цель уничтожена. Что-то аптечек нет, меня это пугает. Уничтожьте их, братья. Применил осколочную гранату.
Да ты пошел там нахуй. Сука. Так где эта хуйня летает еще? Восполняю запас. А че, все, летающие убили? Нашел боеприпасы. Судя по всему, да. Башку есть смысл. Да, вообще вот эти вот отдельные какие-то коридорчики мне вообще непонятны. То есть здесь могло что-то лежать. Какая-то информация. Дверь не отвечает. Здесь есть другой маршрут? Да, но это значительно нас задержит. Значит, надо восстановить подачу питания. Разберитесь с минами. Теперь нам не страшна сама смерть. Так, давайте лучше липучку. Это я возьму. Осторожно, мины! Чудесный дар кузницы. Не, типа нахуй. А какие мины? Я чуть не понял. Есть питание. Открываем дверь. Так, а вон там что интересно? Да где? А. Вот это. Меняю магазин. Ну нету их уже. Запись. Перечень улик. В ящиках, найденных в секторе 55-го верхнего улья, содержится 12 томов предположительно еретического толка. Также изъято 14 лаз-ружей системы Контраэля и 8 лаз-пистолетов различных моделей. Серийные номера спилены. Оружие покрыто еретическими символами. Прилагаю пикты находок. В соответствии с протоколом вторжения, улики будут уничтожены. Все следы культа указывают, что он обосновался в улье уже давно. Мне становится жутко от одной мысли, что он мог просочиться на верхние уровни. Все эти чиновники, бюрократы и политиканы настолько погрязли в интригах, что позволили росткам ереси взойти прямо у себя под носом. Что ж... Скоро их всех охватит пламя возмездия. Кара императора неизбежна. Конец записи. Использую крак-гранату. О! Твоя
особый прием. Перезаряжаюсь. Еретики пытаются нас остановить. Или старательно делают вид. Не понимаю. Предательские легионы ступили на путь лжи 10 тысяч лет назад. В этом они мастера. Они явно хотят остановить Аврору. Не знаю. Я уверен, что тут все не так просто. Их мотивы не имеют значения. Я все равно их убью. Оба-оба-оба. Так, что-то он просто доспехи. Сука. А чё вы их не добиваете? О, одновременно погнали. Меняю магазин. Так, мне бы гранатки какие. Собираю припасы. Припаски, гранатки. И чё это, блин? Нашёл боеприпасы. Ебать, ебать, Похоже, тираниды тоже в ярости. Если они друг друга перебьют, тем лучше. Ёбаный в рот. Тебе тоже дать. Блять, ну вот эти вот цветастая хуйня, вылетающая из них, конечно, пиздец. С одной стороны, это пустые доспехи. Поэтому что там вылетать? Горячки, что ли? Ее там нету. Ну, это что-то цвет слишком цветастый. Стоит вернуться к основным силам.
к несокрушимому. Запрашиваю бункер удар молота по моим координатам. Будем прыгать? Запрос принят. Ожидайте. Вот наш вход. Далековато. Дамокл Таласа. Ответьте. Если Таласа не сумеет одолеть тирана Улья... Тогда наша прогулка была впустую. Опять полетаем. Наше место с основными силами. Зачем корпеть безвестности, когда можно снискать славу, а, сержант? Наши братья гибнут, пока мы крадемся в тенях. Если не отправим сообщение, будет бойня. Лейтенант сам сказал. Здесь всюду обман. Если тебе есть что сказать, сержант. Проклятье. Нихуя, он типа крутой, да? Ну, блядь. Да выебывался. Что это было за пуп? Thank you.
активирован. Угу. Я просто записи эти сраные смотрю, может, я что-то упустил? Да вроде бы не. Перидиан, вы слышите? Как и предполагал капитан, сигнал заглушили. Таласа, доклад. Презренный ксенос. Таласа, связь прерывается. Повторите. Таласа! У нас было три цели. Ни одна пока не достигнута. Пути назад нет. На тебя, сука. Как тебе, блядь, падла? Заряжаю оружие. Меняю позицию. О-о-о. Тупая, иди нахуй. Видишь, меня в воздухе подбил. Оба. Аптечка, но она мне. Ай, ладно. Ничего. Здесь тоже ничего. Да не говорят, как бы, да. О.
Вечный колдун, само имя которого несет проклятие. Пусть император не оставит меня, ибо я пойду до конца. Пустовые ранцы забиты пылью. Дальше пойдем пешком. А чё это они пылью там? Враги прорвали линию обороны. Талласа проиграла. Лейтенант, какие будут приказы? Примем бой. Наконец! За Ультрамар! Давай, Талласа. Окружите истребителя. Тут ебать ты, козел. Ах ты, сука. Ах ты, сука. Вот они, блядь. На нахуй. Жри, блядь, тварь. Ах ты, сука. Кое-что нашел. Так. Используй метабомбу. Так-то лучше. Знаете, въебалище. Ах ты, сука. Да я же нажал уклонение. На тебя, блядь. Ты, сука. Давай раз на раз. Да пизда тебе.
Ну я тебе нахуй. Бронированный ксенос уничтожен. Восполняю запас. А чё там ещё кто-то? Еще, блядь. Подчиненными по синаптической связи. Смятение в рядах врагов означает лишь одно. Тиран Улья наконец пал. Это сделали не мы? Это типа, это что, сетевые, которые? Да, Мокл, если вы это слышите, мы справились. Замечательно, брат. Есть новости от Таласы? Таласа да Моклу. Чужак больше никого не потревожит. Лейтенант Тит, узлу связи. Зона зачищена. Открыть ворота. Это где мы идем? Покажите нам, как воюют ангелы, милорды. Да уже показывали. Особый прием готов. Вы хорошо сражались, братья. Капитан обязательно об этом узнает. Мне похвала не нужна. Ха, да неужели? Довольно! Лейтенант, по завершении этого задания я буду просить о переводе в другой отряд. Это ты заебал. Я передам твой запрос капитану. Все поскидывали. Собираю снаряжение. Камеры 2, 9, 18. Это появление ксеносов. Молчащие, присоединяйтесь. Психическую тень, которая терзает разумы псайкеров. И мешает мирам на пути ксеносов позвать на помощь. Надеюсь, еще не слишком... А че за хуйня? Почему у меня оружие вообще другое? Это кто такие? Чё за хрень с ними? Мученики какие-то? Вам тут не место. У меня сообщение для Калгара. Я не могу вам помочь. Это срочно. Тиранитская тень в арбе заволокла систему.
А теперь еще и демонические силы угрожают любому, кто осмелится открыть свой разум. Ты уклоняешься от долга? Вам следует знать. Покажи мне сообщение. Получила. Начнем же. Миледи, я возражаю. Это слишком опасно. Тихо. Я не могу дать гарантий. Что она делает? Кстати, очень здорово со временем это научились делать технологию тканей. Потому что поначалу, помню, это такое было в Бэтмене, все-таки вау. Сиськи покажи, покажи сиськи. Ну ты сдержишь, чтобы она не улетела никуда. Что это значит? О чем она? Я не знаю. Ты хочешь заманить Калгара сюда, чтобы убить его? Ты предашь нас, как ты предал их на грани! Ложь! Арестуйте его! Он хочет ее убить! Лейтенант! Чё за хуйня происходит? Я не еретик! Он хочет присвоить источник! Остановите его! Убей еретика! Убей! Хватит! Убей его! Ёп. И мурах. Как восхитительно приятно пребывать во мне, в отеле. Благодарю, дорогой кузен. Кузен? Что ты за хуй-то? Божественный дизайн.
Решаю! Собираю припасы. Да, блядь. Бля. Да убивайте его. Бейте по нему. Сбежал? Не знаю. Лейтенант Тит, ответь. Слушаю. Силы хаоса вторглись в систему. Они пришли за Авророй. Мы немедленно выдвигаемся на Тимериум. Как ты понял? Я рос на Калте, когда напали несущие слово. Метка хаоса мне знакома. Возвращаемся на боевую баржу. Я понимаю твои действия, но на этом твоим подозрениям конец. Все ясно? Да, сэр. Блять, а другой бы тебя сразу обвинил в том, что ты поддался этому, блять, тебя бы еретиком назвали и все нахуй сослали бы тебя. Так что, блять, радуйся, что у нас Стит есть.
Кассия, это Аврора. За минувшие часы силы предателей в количестве нескольких сотен захватили комплекс. Захватили? А где Люс? Внутри. У них наш комплекс. Люс. И источник. Святая Терра. Возможно, ты был прав, Сид. И какой у нас план? Мы направили все, что только могли, к Демериуму, но у нас слишком мало людей. Готовится штурм, но шансы на успех невелики, если мы не разберемся вот с этим. Это их маяк для подкреплений. На место каждого убитого встают двое новых. Его хорошо охраняют. Мне понадобится отряд, 5 бойцов. Я могу дать 3. Дальше. Враг черпает силу из этого сооружения. Ну, блядь, он пацан, я могу дать 3. Я могу дать 6. Не знаем. Но никогда не 5, не 4. Не получается. Ваш отряд уже прославился нестандартным подходом к делу. Есть идеи? Я читал про Демериум. Это мир-кладбище. 4000 лет назад ультрамарины схлестнулись там с еретиками. На этой планете боевая баржа Клинок Атрея нашла последний приют. И что? Хроники говорят, что ее корпус сильно пострадал, но двигатели сияли ярко. До самого конца. Она уже не полетит. Но как таран, шансы не слишком велики. Вот и проверим. Ну хорошо. Навигации у нее сейчас, считай, нет. Промах недопустим. Он прав. Кому-то придется пробиться к цели и установить маячок. Мы выступаем через 90 минут. Император с вами, братья. И с вами, сэр. Лейтенант Тит, немедленно прибыть на командную палубу. Так точно, капеллан. Братья Кайрон и Гадриэль должны последовать с тобой. Если орбитальная высота будет меньше 4 Так, а чё я? Таран, древний боевой. Как бы на этом глава-то была закончена. Поэтому давай. Напротив. Сейчас они договорят. Очень изобретательно. С неохотой вынужден согласиться. Почему с неохотой? Не хочу слишком тебя хвалить. Все, давай, счастливо.